По традиции, в третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают люди в белых халатах. На сегодняшний день только в нашем регионе охраняют здоровье наших граждан около 8 тысяч врачей и медицинских работников разного уровня. В преддверии профессионального праздника в областном казахском драматическом театре имени Хадиши Букеевой состоялся торжественный вечер, в ходе которого поздравили и наградили лучших работников сферы. Ежегодно торжественное мероприятие, приуроченное профессиональному празднику медицинских работников, начинается с документального фильма об успехах и развитии отрасли в регионе. За последний год было построено 7 новых объектов здравоохранения. Благодаря постоянному увеличению финансирования сферы появилась возможность приобретать новое оборудование для диагностики. Была проведена не одна уникальная операция, спасшая жизнь пациентам. Большая работа проводится по доступности врачебной помощи каждому жителю области. Глава региона назвал профессию врача одной из самых важных в жизни и пожелал всем медикам области успехов. Во все времена ваша благородная профессия заслуженно пользуется особым уважением и почетом в обществе. С честью выполняя свой профессиональный человеческий долг, вы сохраняете людям самое главное – здоровье и их жизнь. Верные клятвы Гиппократа, вы всегда приходите на помощь в самые трудные минуты. Десятки тысяч жителей региона благодарны вам за своевременное и правильное лечение, за внимательный медицинский уход, за человеческое участие. Примите сердечное поздравление, пожелание крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, стабильности и мирного неба. В ходе торжественного собрания лучшие специалисты были отмечены наградными знаками, грамотами и благодарственными письмами. Также были объявлены победители различных номинаций в рамках конкурсов. Абсолютное большинство пришедших в профессию врачей или медицинских работников остаются в ней навсегда. Ответственность за здоровье своих пациентов очень высока, но и оставлять их, даже если предлагаются лучшие условия, не позволяет врачебная совесть. За более чем 23 года работы врачом-психиатром Лариса Догорова помогла тысячам пациентов. Любить свою профессию – это самое важное, говорит она. Труд очень тяжелый, медицина. Но те, кто туда идут и длительное время работают, они действительно отдают туда частичку себя. Поэтому всем желаю, коллегам, здоровья в первую очередь, любить свою работу, обожать пациентов и, в свою очередь, им тоже взаимно. Ценить и уважать труд медика, потому что он сложный. Мы жертвуем тоже своей семьей, своим личным временем, но тем не менее действительно обожаем и любим свою работу и пациентов. По словам руководителя управления здравоохранения, прошедший год стал плодотворным для медицинских работников. Один из важнейших показателей – это снижение смертности пациентов. И здесь удалось достичь хороших результатов. В районах области построено 7 медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов. Большую роль в этом сыграла и программа государственно-частного партнерства. Действующие специалисты повышают свою квалификацию на специальных курсах. Руководители медицинских учреждений учатся правильно управлять персоналом и рационально использовать средства. Мы ввели цифровизацию. Мы ввели безбумажный оборот, то есть у нас достижений очень много было. Мы для удобства населения открыли аптеки при поликлиниках. То есть сейчас вопросы лекарственного обеспечения практически вообще сняты. В планах у нас и начало строительства кардиологического нашего центра, и открытие 7-й поликлиники, введение в эксплуатацию, открытие инсультного центра в Бакшеевском районе, в поселке Чапаево. Ну и, конечно, это установка по ГЧП, это ангиографы нашей городской многопрофильной больницы. С июня месяца медицинские работники страны, как и другие бюджетники, начнут получать повышенную заработную плату. Проводится работа и по ликвидации нехватки кадров. На данный момент дефицит составляет 230 человек. По распределению из вузов планируется прибытие 140 молодых специалистов в ближайшее время. Вернутся в область и те студенты, которые сейчас обучаются по выделенным руководством области грантам. По окончании торжественной части был предложен небольшой праздничный концерт. Первый номер был подготовлен самими врачами, руководителями медицинских учреждений, которые поздравили своих коллег песней. Екатерина Шмидт, Нурлан Идиров, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.